11-я поликлиника – одна из самых крупных в Хабаровском крае. Сейчас она обслуживает около 100 тысяч пациентов. Долгие годы у больницы было всего два филиала – на Суворова и в районе МЖК. При этом весомая часть прикрепленных к поликлинике людей живет далеко от Южного. Район Строитель, район улица Вахова, Флегонтова, они же построились где-то 2008 год, 2007. И они начали прикрепляться именно к филиалу нашей поликлиники, которая находится на Красноречинской, 107. В конце прошлого года число приписанных достигло 22 тысяч человек. Их уже на следующей неделе будут принимать в новом корпусе 11-й больницы. Раньше в нем располагалась детская поликлиника номер 17. В апреле этого года она переехала в микрорайон Прибрежный, а ее бывшее здание пошло на повышение. Оценить работы приехали зампред краевого правительства Евгений Никонов и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Здесь все будет по времени, я так понимаю. То есть очередей как таковых, как раньше, мы были в поликлинике, их не будет. Да, и мы сейчас вот тоже наблюдаем. Вот на Суворова, помните, 38, какие были очереди? Да. У нас сейчас нет очередей. Регистратуру сделали по желанию пациентов открытого типа. На всем первом этаже разместили кабинеты профильных специалистов и лабораторию. Сюда будут поступать анализы со всех отделений 11-й поликлиники. 1600 исследований в час. 1600 исследований. У вас прикреплено 125 тысяч жителей. 1600 исследований в час. Ну, то есть вы по большому счету за неделю можете вообще всех жителей обследовать с ног до головы. Правильно я понимаю? Да. На втором этаже разместили 7 кабинетов терапевтов, а также отдельные помещения для хирурга и ультразвуковых исследований. Это российские аппараты РУСКАН. РУСКАН, да. Вот мы все время раньше работали на разных иностранных моделях, а эта модель ничем не хуже, а по некоторым показателям гораздо лучше. Какие органы можно посмотреть? Мы посмотреть поверхностные органы, щитовидная железа, молочная железа, желчно-кишечный тракт, сердце и женские половые органы. Для тех, кто привык к своим врачам, приятная новость. Значительная часть персонала, которая обслуживала приписанных с 2007 года жителей, переедет в новое здание. Еще 11-я поликлиника набрала новых специалистов, но пока штат укомплектован не полностью. Мы готовы привести специалистов. Мы их ищем где-то, потому что мы понимаем, что нам надо привозить. И вот где-то по жилью. Может быть, какие-то вопросы. Будет арендное жилье. Запускается большая программа с Дом РФ. Вот этот спектр услуг, который называется от анализа и до посещения врача, предоставляется в одном помещении. Это удобно. Это комфортно. Это вот, что называется, забота о жителях города Хабаровска, забота о человеке. Здесь в шаговой доступности 10 минут, 5 минут ходьбы, и мы в поликлинике. Александра Пискун, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.